Друзья, всем привет! Одесса, 5 июня. Мы вышли прогуляться на Аркадии. Как видите, людей много. Обстановка, слава богу, в Одессе спокойная. Последняя воздушная тревога была еще утром рано. Вот. А так целый день. Тишина, спокойствие. Никаких ни выстрелов, ни учений, ни гранатометаний, ни взрывов. Все тихо и мирно, как будто бы нет никакой войны. Что там рассказывают про них?